Крыму полицейские обнаружили несколько крупных посевов дикорастущей конопли. На полях общей площадью 30 гектаров свыше 100 тысяч кустов опасного растения. Коноплянные плантации были выявлены в Белогорском районе. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в кратчайшие сроки установили владельцев полей. Ими оказались местные жители. Гражданам дали 10 дней, за которые дикорастущие растения должны быть уничтожены. После вынесения официального предписания земельные участки перепахали с использованием комбайна. В случае, если гражданину, которому выносится предписание, не принимает мер к уничтожению дикорастущих растений, может быть привлечен к административной ответственности согласно статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.